Всем привет! Сегодня в ремонте Mercedes S-класса. На первый взгляд ремонт будет легкий. И я так думал, но это не так. Замена двери — это несложная работа. С задним крылом все иначе. Смотрите видео и вы сами в этом убедитесь. Для ремонта заднего крыла мне привезли целую четверть. Но я думаю, менять все крыло не буду. Сзади все зазоры идеальные. Трогать их, я думаю, незачем. Ну что, начинаю ремонт. Сначала разбираю. Пробую открыть дверь. Не получается. Ладно, откроем другим способом. Дверь открыта. Снимаю заднюю дверь и вытягиваю заднюю часть салона. Итак, разобрал. И сначала я вытягиваю поврежденное место. С вытяжкой я закончил, теперь удаляю поврежденный металл. I never really know what's going on. Look at me sometimes like
Поврежденный металл удален. Теперь я возьму нужные мне куски из донорской части. Отлично. Теперь у меня есть нужные части для замены. Немного подровняю места соединений и начну устанавливать их и затем сваривать. Прежде чем приварить эту деталь, я креплю ее саморезами и устанавливаю заднюю дверь. Мне надо, чтобы дверной замок совпадал с дверной петлей. Ну и последняя деталь. Итак, сварочные работы закончены, и работа с металлом тоже. Чистый металл замазал грунтом, и машина уезжает на покраску. После покраски я обработал ремонтное место антикором, установил салон, перебрал заднюю дверь. И вот, ремонт этого Mercedes закончен. Thank you.
На этот ремонт ушло 56 часов моя работа, и неделю машина была у маляров. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!